Актуальный вопрос, как удалить госуслуги. То есть переходим в популярные приложения. Не знаю, как они, эта хуйня вся называется. То есть взять, к примеру, Яндекс, который я не обновлял. То есть если потянуть клапка кверху, у нас только пункт «Убрать». Ну, если, например, какой-то диск, не знаю, Яндекс или какой-нибудь. То есть его можно удалить или убрать. Впрочем, так же, как и госуслуги. Удалить или убрать. То есть пока вы не обновите само приложение, думаю, что удалить его не получится. То есть так же, как и Рутюб. Только убрать. Ну и Касперский фри. То есть пока приложение как бы не обновлено, удалить его не получится. Ну это не точно.